суету городов и в потоке машин. Возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будят у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал. Как в последнее время очень сильно увлечение фантастикой, фантастика овладела умами всех. От мала до велика все читают фантастику. Я тоже очень большой любитель и поклонник фантастики, хорошей фантастики. И кроме этого, я читаю еще научно-популярную литературу, которую для совершенно неинтеллигентных людей издают. Вот, например, там книжка «Эврика», а там в очень таких выражениях примитивных написано о том, что вот, например, 800 тысяч лет тому назад и так далее. В общем, такая информация примитивная, но во всяком случае там есть много фактов интересных. Они не носят характер сенсаций и уток. Некоторые факты действительно имеют место. Вот, например, факт такой, что может быть, может осуществиться связь с иными мирами. И опыты в этом направлении ведутся и в Штатах, и в Англии. И что нацелены радиотелескопы на созвездие Тау-Кита, и оттуда якобы идут сигналы, и что эти сигналы якобы упорядоченные сигналы, и, может быть, эти сигналы посылают такие вот существа, как мы, а может, еще и получше. И вот по этому поводу я, значит, подумал и написал несколько таких этюдов, песен. Первая песня, навеянная чтением, конечно, западной фантастики, песня космических негодяев. Вы мне не поверите и просто не поймете, в космосе страшнее, чем даже в дантовском аду. По пространству времени мы прем на звездолете, как с горы на собственном заду. От Земли до Бетты 8 дён, ну а до планеты Эпсилон не считаем мы, чтоб не сойти с ума. Вечность и тоска, ох, влипли как, наизусть считаем Киплинга, а кругом космическая тьма. На Земле читали в фантастических романах про возможность встречи с иноземным существом. Мы на Земле забыли 10 заповедей рваных, нам все встречи с ближним нипочем. Ну, от Земли до Бетты 8 дён, ну а до планеты Эпсилон не считаем мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и тоска, игрушки нам, наизусть считаем Пушкина, а кругом космическая тьма.
Нам прививки сделаны от слез и грез дешевых, от дурных болезней и от бешеных зверей. Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых, на земле бывало веселей. Ну, а земли до беты 8 дён, ну а до планеты Эпсилон, не считай мы, чтоб не сойти с ума. Вечности тоска ох влипли как, наизусть читаем Киплинга, а кругом космическая тьма. Прежнего земного не увидим небосклона, если верить россказням ученых чудаков. Ведь когда вернемся мы по всех по их законам, на земле пройдет 700 веков. То-то ей смеяться отчего, на земле бояться нечего, на земле нет больше тюрем и дворцов. На Бога уповали бедного, но теперь узнали нет его, ныне присно и вовек веков. Стоял тот дом, всем жителям знакомый, его еще Наполеон застал, но вот его назначили для слома жильцы, давно уехали из дома, но дом пока стоял. Холодно, холодно, холодно в доме. Парадное давно не открывалось, мальчишки окна выбили уже, и штукатурка всюду осыпалась, но что-то в этом доме оставалось на третьем этаже. Ахало, охало, ухало в доме. И дети часто жаловались маме и обходили дом тот стороной, объединясь с соседними дворами, вооружась лопатами-ломами, вошли туда гурьбой. Дворники, 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 тихо! Они стоят и недоумевают, назад спешат, боязни не тая, вдруг там Наполеонов дух витает, а может это просто слуховая галлюцинация. Боязно, боязно, боязно дворникам. Но наконец приказ о доме вышел, и вот рабочий, тот, что дом ломал, ударил смаху гирею по крыше, а после клялся, будто бы услышал, как кто-то застонал. Жалобно, жалобно, жалобно в доме. От страха дети больше не трясутся, нет дома, что два века простоял, и скоро здесь по плану реконструкций ввысь этажей десятки вознесутся, бетон, стекло, металл. Весело, здорово, красочно будет. Песня? Это песня про нечисть. Просто про нечисть. Тут нечисть есть такая, всякая в сказках очень много. Это такая тренировочная песня. Я хотел сказку сделать для нашего театра детскую с моими товарищами. И вот тренировался в фольклоре и в употреблении всяких сказочных персонажей в песнях. Песня называется «Нечисть». В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники, если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть. В заколдованных болотах там кикиморы живут, защекочут да икоты и на дно увлакут. Будь ты пеший, будь ты конный, заграбастают, а уж лешие так по лесу и шастают. Страшно, аж жуть. А мужик, купец и воин попадал в дремучий лес. Кто зачем, кто с перебою, а кто с дуру в чащу лес. По причине попадали, без причины ли, только всех их и видали, словно сгинули. Страшно, аж жуть.
из заморского, из лесу, где и вовсе сущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят, чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали оба там. Страшно, аж жуть. Соловей-разбойник главный им устроил буйный пир. От их был змей трехглавый, слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели бульники, танцевали на храбах богохульники. Страшно, аж жуть. Змей Горыныч влез на древо, ну раскачивать его. Выводи, разбойник, девок, пусть покажут кое-чего. Пусть нам лешие попляшут, попоют, а не то я, матерь вашу, всех сгною. Страшно, аж жуть. Тут все взревели, как медведи, натерпелись сколько лет. Ведьмы мы или не ведьмы, мы патриотки или нет? Налил бельма, ишь ты, клещ отоварился, а еще на наших женщин позарился. Страшно, аж жуть. И соловей-разбойник тоже был не только лыком шит. Он гикнул, свистнул, крикнул, рожа, говорит, ты заморский паразит, говорит, убирайся без бою, уматывай, и вампира, говорит, с собою прихватывай. Страшно, аж жуть. А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди, друг друга и свела. Прекратилось навек безобразие. Ходит в лес человек безбоязненно, и не страшно ничуть. Я спою вам песню, песню-пародию на плохой детектив. Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив. А потом в нормальном свете представало в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад. Искаженный микропленкой гум стал маленькой избенкой. И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек. И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути и с панталыку несоветский человек. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так подручный Джона был находкой для шпиона. Так случится может с каждым, если пьян и мягкотел. Вот и первое задание. В 3:15 возле бани, может раньше, а может позже, остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по BBC. И еще одень свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он: не хотите ли черешни? Вы ответите: конечно. Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал дурачина, тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. Да, до этих штучек мастер и этот самый Джон Ланкастер. Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек. Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек. Я сейчас спою две песни, которые, в общем, одну, вернее, которая ко мне не имеет отношения, вернее, небольшое отношение, а вторую – собственную. Дело в том, что у меня есть такой друг Игорь Кохановский, поэт, который сейчас уехал в Магадан из Москвы. Он инженер, но он журналистом сейчас работает, и он еще поэт. Его стихи изданы там, в Магадане, и здесь, в Дне поэзии, его стихотворение, которое называется «Бюро обмена». А он автор песни «Бабье лето».
Эту песню мы сделали с ним вместе, он, вернее, сделал текст, я только музыку придумал к ней. Первый вариант не то, что поет Шульженко по радио. Мне кажется, что та мелодия хуже. Хотя это делал профессиональный композитор. Да, не потому, что я сделал мелодию, а просто для этой песни нужна была, наверное, все-таки такая, которую пели мы и которую поют все, наверное, вот здесь сидящие где-нибудь в компании. Я спою песню «Бабье лето», а после этого спою песню, посвященную Игорю Кохановскому, который уехал в Магадан. Но он, правда, вернулся, сейчас это опять поедет. Клёны выкрасили город колдовским каким-то цветом. Это скоро, бабье лето, бабье лето. Это скоро, бабье лето. Что так быстро тают листья, ничего мне непонятно, а я ловлю, как эти листья, наши даты, я ловлю, как эти листья, наши даты, а я кружу напропалую самой ветреной из женщин, а я давно искал такую. И не больше, и не меньше, я давно искал такую, и не больше, и не меньше. Только вот ругает мама, что меня ночами нету, что я слишком часто пьяный бабьим летом, что я слишком часто пьяный бабьим летом. А я забыл, когда был дома, спутал ночи и рассветы. Это омут, ох, это омут, бабье лето, бабье лето. Это омут, бабье лето, бабье лето. Будет посвященная песня «Мой друг уехал в Магадан». Она специально сделана, стилизована под так называемый блатной фольклор, потому что Магадан все-таки столица Колымского края. Мой друг поехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло, не для молвы, что мол чудак, а просто так, а просто так. Я знаю, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться, ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то, чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан. Рамагада. Мой друг поехал сам собой, с него довольно, его довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно. «Лечь на дно» — это выражение, чтобы никто тебя не слышал. Вот такое это из фольклора. Песня совсем новая, которая называется «Парус» или «Песня беспокойства». А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снарядов, уже надо быстрее на вираже. Но парус, порвали парус, каюсь, каюсь,
каюсь, даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога. Петли дверные многим скрипят, многим поют. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Но парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь. Многие лета тем, кто поет во сне, все части света могут лежать на дне, все континенты могут гореть в огне, только все это не по мне. Но парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь.